Дорогие друзья, дамы и господа, мы ведем онлайн-трансляцию соревнований очередного этапа чемпионата первенства Российской Федерации по картингу 2016 года. Мы находимся в Рязани на трассе картодрома «Атрон», и вы можете следить за событиями на трассе в первой серии финальных заездов на сайте kartingrf.ru. Хочу представить вам официальных лиц и судейскую бригаду, которая обслуживает наши соревнования. Директор соревнований Роман Чамкин, город Рязань. Руководитель гонки Игорь Кравченко, город Екатеринбург. Спортивные комиссары Евгений Белиновский, Серпухов, Василий Скрыль, Москва, Алексей Моисеев, Москва. Заместитель руководителя гонки по безопасности маршруту Дмитрий Евсенин, Рязань. Главный секретарь соревнований Мария Лежнева, Санкт-Петербург. Старший хронометрист Евгений Пронин, Москва. Секретарь коллегии спортивных комиссаров Светлана Комиссарова, Москва. Секретарь соревнований Наталья Тимошенко, Батайск. Старший технический контролер Сергей Ткаченко, Москва. Технические контролеры Андрей Белиновский, Серпухов. Геннадий Забаров, город Клин. Андрей Курасов, город Москва. И официальные представители Парила и Амы, Дмитрий Ерохин из Москвы. Дельфин Моторспорт, Сергей Свинолобов из Пятигорска. Вега. Акционерное общество ВИЛС, Виктор Антонов, город Москва. Комментатор соревнований, искренне ваш, Сергей Питерцев, город Тольятти. И сейчас мы готовимся к старту первого финального заезда в классе супермини. Дорогие друзья, дамы и господа, последние приготовления. По расписанию старт должен состояться в 12 часов 5 минут по московскому времени. Таким образом, тревожные мгновения ожидания. Совсем немного времени остается до старта, и я представлю вам участников первого финального заезда в классе супермини. Вчера эти ребята прошли серьезные горнила, жесткое горнило отборочных заездов, и я думаю, сегодня нас ожидает весьма и весьма интересная картина. Первый финальный заезд. Волнение, конечно же, серьезное. Переживают пилоты, тем более, что три этапа в классе супермини уже состоялись. Первенство России преодолело свой экватор в Усть-Лабинске, в Ростове-на-Дону и в Зеленограде состоялись первые этапы. И в этом классе Никита Бедрин из Белгорода является лидером сезона, набрав 174 балла. Вторая позиция по итогам трех предыдущих этапов у Владислава Ломко из Санкт-Петербурга. 110 очков копилки. И на третьей позиции Кирилл Смаль из Арамиля. 105 очков. Четвертая позиция у Максима Солдатова. Пятерку лучших замыкает Никита Артамонов. Максим Солдатов из Москвы, Никита Артамонов из Брянска. И они также еще имеют надежды на то, чтобы прорваться вперед в тройку лучших по итогам сезона. Хотя у Никиты Артамонова не так уж и много по сравнению с лидером сезона очков. 78. Если у Никиты Бедрина 174, то у Никиты Артамонова только 78. Итак, внимание! Прозвучала команда «Заводи и поехали!» И вот сейчас готовится первый финальный заезд в классе супермини. 10 кругов дистанции должны будут преодолеть пилоты. На ваших мониторах сейчас 15-й номер. Это Никита Бедрин, лидер сезона, представитель команды «Сокол Рейсинг», город Белгород. Он стартует с первой позиции. И рядом с ним на первой линии стартовой решетки под номером 23 Ярослав Шеверталов из Краснодара, представитель команды Brick Team. Супермини, первый финал, 10 кругов.
И вот, пожалуйста, на ваших мониторах стартовый список участников заезда. Никита Бедрин, Белгород, первая позиция. Рядом с ним Ярослав Шеверталов, Краснодар. Далее Кирилл Смаль из Арамиля. Никита Артамонов из Брянска. Григорий Алексеенков, Москва. Его земля Георгий Салахутдинов на шестой позиции. Артемий Першин, Санкт-Петербург. Яромир Каюмов, Новосибирск. Арсений Набережнев, Белгород. Десятку замыкает Леонид Попов, город Москва. На 11-й позиции Руслан Фомин из Белгорода, Максим Солдатов из Москвы, Владислав Ломко, Санкт-Петербург, Максим Ищенко, Москва, 8-й номер Сергей Сонкин, Москва, 42-й Максим Черников, Каменск-Уральский, 19-й номер у Артема Мамонтова из Санкт-Петербурга, Александр Рымар, город Москва, 26-й номер. Далее Андрей Живнов, город Москва, и Михаил Евмененко из Санкт-Петербурга на 20-й позиции. 21-я позиция у 41-го номера Ярослава Краснопольского из Краснодара, Андрей Лобков из Дзержинского на 22-й позиции. И далее Владимир Сидорчев, Москва, Евгений Харьковский, Севастополь. И 25-я позиция у Максима Соболева, стартовый номер 14, город Москва. И вот она начинается, процедура построения в колонну подвое. В районе пятого поста сейчас дисциплинированно выполняют требования наших маршалов. Пилоты, готовимся, готовимся отправить мальчишек на дистанцию в 10 кругов. И это только первый финальный заезд. Напряжение достигло своего предела. Посмотрим, как-то у нас пройдет процедура старта. Последние мгновения перед стартом. И что у нас случилось? Уже один из участников у нас покидает трассу. Вот что такое не везет. И как же с ним бороться? Внимание! Поехали! Стартовый вираж. Вроде бы без происшествий здесь все обошлось. И вот он, лидер. Лидер сезона, лидер заезда Никита Бедрин. Стартовый номер 15. Его преследует шестой номер Кирилл Смаль. Город Арамиль. На третьей позиции под 18-м номером Григорий Алексеенков. Город Москва. Лидер сезона, лидер заезда Никита Бедрин старается сразу взять бразды правления заездом в свои руки. Крупным планом он на ваших мониторах. Действительно, молодец парень, что я могу сказать. Такой серьезный отрыв по итогам трех предыдущих этапов. И здесь он также старается работать по максимуму. Попытка обгона со стороны 18 номера. Григорий Алексеенко пытался переместиться на третью позицию, но сам совершает ошибку и пропускает вперед 23 номера Ярослава Шеверталова. На третью позицию перемещается Ярослав Шеверталов. Ну а мы провожаем лидеров на второй круг. Бедрин, Смаль, Шеверталов, Алексеенко, Набережнев, Салахутдинов, Першин, Каюмов, Артамонов, Ломко, Попов, Фомин и Солдатов. Солдатов отстает от лидера на 2,5 секунды, 2,6, если быть точным. И вот сейчас, я думаю, самое интересное развернется в схватке за первую позицию в этом заезде. Шестой номер. Кирилл Смаль не сдается. Прессингует он лидера сезона, лидера заезда. И переместившись на третью позицию, сейчас также включается в эту борьбу Ярослав Шеверталов. 23-й номер. Ярослав Шеверталов из Краснодара. И лучшее время на круге, на первом круге показал никто иной, как Кирилл Смаль. Кирилл Смаль, город Арамиль, стартовый номер 6. Да, трудно было, конечно, догнать лидера, который бросился на первом круге в отрыв. И вот сейчас включается в борьбу шестой номер Кирилл Смаль. Всего лишь 12 секунды отделяет его от лидера. Но практически в воздушном мешке он находится вслед за лидером. Шеверталов на третьей позиции с отставанием 0,25. Алексеенко полсекунды уступает лидеру Бедрину и далее Набережнев и Салахутдинов. Лучший круг показал Ярослав Шеверталов, 23-й номер. 1:03.29. 1:03.29. И вот сейчас вплотную он, конечно же, вплотную находится вслед за Кириллом Смалем. А где у нас лидер? Лидер все-таки сумел оторваться от преследователей. И вот сейчас. Что мы видим?
Шестой номер. Пропускает вперед 23-го. Ярослав Шеверталов захватывает лидирующую позицию. И только на третьей Никита Бедрин. Никита Бедрин только на третьей позиции. В четверке лучших оказался Григорий Алексеенков из команды Prima Racing, город Москва. Отставание Смаля всего лишь 9 сотых секунды. Поэтому в любой момент Кирилл может пойти в атаку. Ярослав Шеверталов. Лучшее время на третьем круге. 1:03.26. 1:03.26. Он лидер заезда. Правда, почивать на лаврах ему не приходится, потому что прессингует, атакует, идет постоянно. Позади, преследуя лидера заезда, никто иной, как Кирилл Смаль из Арамиля. Кирилл Смаль пока на второй позиции. Пытается оторваться, конечно, лидер Ярослав Шеверталов. Но не так уж ему это все и удается. Четверка лидеров отрывается от основного пелетона. И я думаю, что именно в этой четверке и будет решаться судьба победной позиции по итогам заезда. А пока завершается четвертый круг первого финального заезда в классе Супермини. Шеверталов, Смаль, Бедрин, Алексеенко. Борьба за первую позицию. 13 сотых секунды отставания Кирилла от Ярослава. Бедрин пока на третьей позиции с отставанием в 23 сотых секунды. Алексеенко уступает лидеру 42 сотых секунды. Но это все в пределах видимости. Это все, в принципе, решаемо. И по ходу заезда еще очень многое можно изменить. На пятом серединном круге участники первого финального заезда в классе Супермини. Десятку сильнейших замыкает 14 номер Максим Соболев из московской команды «Серебряный дождь». А вслед за ним 25 номер Максим Солдатов, московская команда «Red Racing». В 15 лучших 9 номер это Леонид Попов, MN Racing Team, город Москва. За пятую позицию, кстати, ведут борьбу Салахутдинов и Артамонов. Отставание Артамонова всего лишь 8 сотых секунды. Никита Артамонов, город Брянск, Нива Карт. Салахутдинов и Артамонов, 12 сотых секунды отставания. Поэтому я думаю, что здесь еще очень многое может измениться. И вот, пожалуйста, четверка лидеров. Как бусинки, нанизанные на невидимую нить, сейчас мчатся лидеры заезда. Отличное время показывал Ярослав Шеверталов на втором и третьем круге. Сейчас он замедлился на пятом круге. 1:03. Я думаю, это все-таки сдерживается преследователями, соперниками. И вот сейчас, конечно же, Кириллу Смалю приходится больше думать о защите своей второй позиции. Потому что сзади 18 номер Григорий Алексеенков, товарищи. Григорий Алексеенков, 18 номер, переместившийся на третью позицию, сумевший обойти лидера сезона Никиту Бедрина. Никита пока на четвертой позиции. Да, дорогие друзья, дамы и господа, продолжается схватка в рамках первого финального заезда в классе Супермини. Лидер заезда прежний, Ярослав Шеверталов, удерживает он лидирующую позицию, 11 сотых ему уступает Смаль, Алексеенко 21 сотую секунды. Я думаю, эта четверка еще скажет свое громкое слово. И вот, пожалуйста, борьба 51 и 24-го. Это Артемий Першин и Яромир Каюмов ведут свою локальную дуэль. 23 номер крупным планом на ваших мониторах. Постоянные попытки обгона со стороны Кирилла Смаля. И Артемий Першин и Яромир Каюмов ведут свою принципиальную схватку на дистанции. Вот, пожалуйста, 51 номер проходит, красиво атакуя. И Артемий Першин прорывается вперед в этой дуэли. Дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, на ваших мониторах четверка лидеров первого финального заезда в классе Супермини. На восьмом круге лидер заезда Ярослав Шеверталов и его преследователи. На шестой
Под шестым номером на второй позиции Кирилл Смаль из Арамиля. Подотстал у нас Никита Бедрин, потому что достаточно плотно-плотно пристроился с третьей позиции вслед за лидерами Григорий Алексеенков. Ну а за седьмую позицию у нас ведут борьбу Каюмов, Ломко и Першин. Посмотрим, как-то там у нас все будет происходить. Двадцатая позиция у 30-го номера Андрея Лобкова из Дзержинского, которого, в свою очередь, преследует 26-й номер Александр Рымар, город Москва. Да, выбыл 27-й номер, даже не стартовав, это Владимир Сидорчев. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, дамы и господа, смена лидера. Дождался своего момента и, отправляясь на предпоследний 9-й круг, вперед прорывается Кирилл Смаль, стартовый номер 6. Выждал все-таки Кирилл удобный момент и пошел в атаку. И вот сейчас он возглавляет заезд, ведет за собой своего основного соперника Ярослава Шеверталова, который, в принципе, и отстал-то ненамного, поэтому еще очень многое может измениться даже по ходу 9-го предпоследнего круга. Кирилл Смаль, город Арамиль. Ну, а там у нас Першин, Ломко и Каюмов ведут борьбу за седьмую позицию. Я думаю, в этой группе тоже очень многое может измениться. И вот сейчас вы видели, как на вторую позицию переместился Григорий Алексеенков, стартовый номер 18. Постоянные рокировки происходят в этой четверке лидеров. Третью позицию сейчас занимает Никита Бедрин. Ярослав Шеверталов неожиданно перемещается на четвертую позицию. Итак, финишный 10-й круг, товарищи. Кирилл Смаль, Алексеенко, Бедрин, Шеверталов и Артамонов. Это пятерка лидеров, хотя, в принципе, можно говорить о четверке. Именно вот эти четверо сейчас и будут разыгрывать призовые позиции по итогам первого финального заезда. Никита Бедрин сейчас больше думает о защите своей третьей позиции. Это так Ярослава Шеверталова. А вот за победу в этом заезде ведут борьбу двое. Кирилл Смаль и Григорий Алексеенков. Посмотрим, кому достанется победа. Последние метры дистанции. Уже в районе шестого поста находятся наши лидеры. И смотрите. Была попытка атаки по внешнему радиусу со стороны Алексеенко. И смотрите, друзья мои, какие события! Вот это да! Вот это зрелище! Ярослав Шеверталов финиширует вторым вслед за Кириллом Смалем. Никита Бедрин третий. И Алексеенко только четвертый. Попытки Алексеенко, Григория Алексеенкова прорваться вперед и вырвать победу в этом заезде привели к тому, что он финишировал только четвертым. Неожиданный исход борьбы в четверке лидеров. Но Кирилл Смаль... Хороший финиш, отличная гонка, с чем мы и поздравляем представителей команды Ни Рейсинг из Арамиля. Кирилл Смаль, Ярослав Шеверталов, Никита Бедрин, Григорий Алексеенков. Пятерку лучших замкнул Никита Артамонов, стартовый номер 17, город Брянск. Далее Георгий Салахутдинов, Владислав Ломко, Артемий Першин, Яромир Каюмов, Максим Соболев, замкнувший десятку сильнейших. На 11-й позиции финишировал Сергей Сонкин из Москвы. Вслед за ним Арсений Набережнев, Руслан Фомин, Максим Солдатов. На 15-й позиции финишировал Леонид Попов, стартовый номер 9, город Москва. И далее Андрей Живнов, Артем Мамонтов, Михаил Евмененко, Александр Рымар, Андрей Лобков на 20-й позиции. 21-я позиция на финише у Максима Ищенко. Максим Черников финишировал 22-м. А далее Евгений Харьковский и Ярослав Краснопольский. Да, к сожалению, не смог стартовать в этом заезде Владимир Сидорчев. Поэтому вот этот его карт под номером 27. Вот и сам Владимир Сидорчев. Грустно, но что поделать, впереди еще столько стартов, впереди еще столько гонок, поэтому, Володь, ты давай там не переживай, мы за тебя болеем и желаем тебе только удачи, все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, завершился первый финальный заезд в классе
Супер Мини. И нас по расписанию ожидает первый финальный заезд в классе КФ. Это самый малочисленный класс в наших соревнованиях, всего 9 пилотов, и тем не менее борьба будет очень серьезная. 12 часов 30 минут московского времени – это время старта первого финального заезда в классе КФ. А пока давайте переведем дух, отдохнем и приготовимся к следующему заезду.
Мини-93, старт номер 99, 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 стар